Шуре Михайловне Квицине 93 года. Ее привезли родственники из Абхазии, она уже ничего не видела. А теперь зрение ей восстановили на 50%. Она этому рада, хоть и возраст, говорит, большой, а видеть внуков очень хочется. Мне сказали, что ваша больница такая лечащая, врач появился, потому я приехала. С тех пор, как врачи стали использовать зеленый лазер, сделано около 100 операций. Новое медицинское оборудование предназначено для работы на сетчатке глазного яблока. И чаще всего в этот кабинет попадают те, у кого диабет. А в городе эта цифра достигает 40 тысяч человек. И теперь им не нужно ехать в краевую клинику и ждать там своей очереди. Лазер выполняет лазер-коагуляцию сетчатки для профилактики в будущем таких тяжелых заболеваний органа зрения, как отслойка сетчатки. Кровоизлияние при сахарном диабете достаточно частая патология и приводит к не только выполнению более тяжелых, да, хирургических вмешательств, но также, в частности, вот, к инвалидизации по именно патологии органа зрения. Вот и Музе Александровне в поликлинике дали направление в стационар. В 2014 году была катаракта правого глаза, тогда и удалили мутный хрусталик, а сейчас она снова стала жаловаться на ухудшение зрения. Сочинские врачи пообещали помочь. А не болели воспаление? У вас небольшие рубчики есть по центру. Вот, не лечили никогда воспаление глаз? Воспаления не было? Нет. Сначала, конечно, проводится консультация лазерного хирурга. Он, кстати, прошел дополнительное обучение в краевой столице. И по полису ОМС все обследования на новейшем оборудовании пациенты могут пройти абсолютно бесплатно. Елена Овсецина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.